Корпус Weekend – первый в Челябинске стартап-марафон для молодых людей. Он полностью ориентированный на разработку инновационных проектов в сфере робототехники, машинного обучения и виртуальным мирам. Темы инновационные, горячие, очень прогрессивные. В школе уже полгода, и эти полгода мы занимаемся тем, что разрабатываем проекты. И столкнулись с очень важной проблемой. Для грамотной разработки проектов в области высоких технологий очень важна продуктовая работа. Именно поэтому сегодня мы собираем всех заинтересованных и неравнодушных в сфере технологий, в сфере предпринимательства и даем максимально свежие знания, практичные знания из сферы продуктового менеджмента. Корпус существует уже год. За это время в нем сформировались команды со своими идеями. Стартап-марафон проходил 3 дня. Все желающие могли выбрать тот проект, который был им интересен, а потом предложить свои идеи для его реализации. Константин Демин, один из участников, рассказал нам о своем проекте. Команда сейчас у нас небольшая, мы планируем в ходе этого мероприятия ее набрать. Проект у нас заключается в том, чтобы сейчас в мире вообще главный ресурс – это мотивация. И корпус – это такая структура, которая людей сподвигает к реальному действию. И здесь все знания, они практикоориентированы. И наша команда хочет этим ресурсом правильно воспользоваться, чтобы люди не рассеивались на ненужные дела, а переходили сразу к тому, что им нужно, и делали то, что им нужно. По итогам были сформулированы рабочие бизнес-модели. Теперь ребята могут приступать к этапу работы над стартапом.